Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. Давайте полюбуемся в этом ролике на насух или по-научному каати. Вот они, самые близкие родственники енотов. И вы знаете, у них даже повадки одинаковые, такие же очень социальные, очень общительные и непривередливые в пище. Несмотря на то, что каати это плотоядные зверьки, но с удовольствием уплетают и всякую вегетарианскую пищу. Как мы с вами наблюдаем, в парке Львов Тайган в основном-то их и угощают фруктами, овощами, орешками. А вот в дикой природе они не против полакомиться и насекомыми. Вот, Люська со Степой тут гоняют на сух. И насекомыми, и мелкими зверьками, лягушками. Кстати, если попадется на их пути скорпион, то насуха, недолго задумываясь, съест и скорпиона. Вот такие вот эти интересные ребятки. Мы видим, что здесь в вольере у Люси их очень много. И они настолько общительные, что прям закрывают своими тельцами сетку, и оттуда только лапки высовываются для получения вкусняшек. Ну а посетители и рады угостить этих милых зверьков. Вот, друзья, у них длинные хвостики, и если какая-то опасность, то эти хвостики становятся торчком, они ими машут, и это сигнал для других, что опасность и нужно бежать. А бегают они очень хорошо, быстро, а главное долго, могут спасаться бегством и бежать где-то больше часа. Представляете, друзья, вот такая выносливость на большой скорости, больше часа бежать. Поэтому природа одарила этих зверьков разными полезными качествами. И главное, что они всеядные. Это им помогает выжить в таких трудных условиях, где другие животные могли бы и не выжить. Ну а в парке Львов Тайган мы с вами видим, друзья, что этих ребят много, они активные и очень общительные. Всем мира и добра!